Мастерская DIY-роботов появилась в Канарской школе номер 11 имени Героя Советского Союза нашего земляка Ивана Кабалина. Как прошли первые занятия и чему уже успели научиться воспитанники клуба, расскажет Юлия Важенина. Здрасте! Вставать не надо, убираться не надо, в магазин не надо, только удовольствие. Это ли не мечта каждого жителя планеты, чтобы всю неприятную работу за человека делал робот? Эти школьники, возможно, в будущем создадут такую универсальную машину. А пока участники мастерской DIY-роботов изучают основы программирования и электроники. Дети, во-первых, ребятки учатся чему? Понимают, как работает электронная схема. То есть, как проходит ток, как нужно подключить, элементарно свет идет, чтобы он просто не сгорел, как работает пьезоэлемент, как начинают работать моторы, сервомоторы и так далее, То есть, какие-то вот такие, ну, достаточно простые вещи, но которые потом помогут им понять уже более сложную механику, более сложную, какие-то реальных, например, тех же самых роботов. Мастерскую посещает 50 человек. Они поделены на три группы по возрасту. Каждый занимается тем, что его больше интересует. Например, Илья Терентьев увлекся анимацией. Ну, я сейчас делаю анимацию «Кот с мячом». Сделал уже «Кот Обжора», вот тут игра. Я хочу овладеть языком программирования для микроконтроллера Arduino. Я просто остаюсь после школы и уже остаюсь в третий раз. Мне просто нравится это занятие. Основная идея этого курса – самостоятельная работа, то есть в итоге ученики должны собрать что-то свое, оригинальное. Курс рассчитан на 20 занятий. После его окончания юные техники смогут участвовать в олимпиадах со своими проектами. Как, например, Рома Сергеев. Он уже в числе призеров чемпионата Junior Skills. В прошлом году Рома занял второе место в компетенции робототехника. Мне нравится именно робототехника, роботы. Я сначала начал этим заниматься в 2014 году на соревнования, но позже меня уже начала привлекать сама идея построения роботов, выполнение задачи поставленной, где человек не может справиться или может быть заменен. Это новые для меня модели, я занимаюсь ними не так уж и давно, и я хочу их, так сказать, познать. Осваивают основы программирования юные техники Канаша при поддержке фонда президентских грантов. И, возможно, в будущем мы услышим их имена в числе лауреатов, например, Нобелевской премии. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.